Всем привет, дорогие друзья! Буквально недавно столкнулся с такой проблемой в ноутбуке. На месте, где должен отображаться жесткий диск при установке системы, ничего нет. При этом вышло сообщение. Нам не удалось найти драйвер. Чтобы получить драйвер запоминающего устройства, нажмите кнопку «Загрузить драйвер». Это абсолютно новый ноутбук Asus Vivo с процессором Intel 11 поколения и с жестким диском формата M2 NVMe, который, по мнению Intel, должен как-то иначе определяться системой, а не с помощью Plug and Play. Так вот, как же решить данную проблему? А все на самом деле достаточно просто. Всего лишь нужно зайти на сайт Asus, пройти в определенный раздел и скачать IRST-драйвер. Затем распаковать скачанный архив на флешку с установкой Windows. Теперь на ноутбуке жмем кнопку «Загрузить». Далее «Обзор», указываем путь на папку с драйвером. И из предложенного списка выбираем подходящий драйвер, в моем случае это первый пункт, и жмем «Далее», после чего начнется установка драйвера. Через несколько секунд жесткий диск определится в окне работы с дисковыми накопителями. Ну а тут все как обычно, делим диск на нужное количество разделов и устанавливаем систему. Вот таким нехитрым способом можно установить систему на современные ноутбуки. На этом у меня все. Всем удачи и до скорой встречи!